5 февраля американские фондовые индексы рухнули. Индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, упал на 4,6%. Впервые с 2011 года, потеряв за торговую сессию более 4,5%. Индекс S&P, формирующийся на базе показателей наиболее капитализированных компаний США, также потерял более 4%. Подобные резкие снижения курсов акций бывают время от времени. Как правило, это связано с тем, что до этого происходил достаточно быстрый рост, и в конце концов игроки, участники рынка, понимают, что дальнейшего роста не будет, и начинают продавать ранее купленные ценные бумаги. Что, естественно, провоцирует снижение их стоимости. В результате глобального спада Google, Apple, Microsoft и многие другие компании потеряли по меньшей мере по 30 миллиардов долларов своей рыночной капитализации. Ключевой индекс токийской фондовой биржи Nikkei рухнул во вторник более чем на 5,5%. Более широкий индикатор японского рынка акций Topix снизился более чем на 5%. Гонконгский Hang Seng ушел вниз более чем на 4%. Российские биржи также открылись в отрицательной зоне. Первые минуты торгов индексы потеряли 2-3%. Несмотря на массовую продажу активов инвесторами, прогноз от экспертов позитивный. Со временем ситуация вновь нормализуется. Артём Тупичкин, Наталья Шамилова, Универньюз.